Мы бы с тобой заблудились, мы бы не выехали отсюда. Все, вот, ничего не видно, вообще, низги. С левой стороны такое чистое небо. Даже солнце кому-то светит. И переходим плавно в правую сторону. Куда нам сейчас двигаться, где наша палатка? Вообще там все черное. Вау. Лес прям. Смотри, да, он прямо, она прям движется полосой. Смотри, как она, вон, слушай, закидывает, закидывает, и прям на нас. Ну вот, не на нас. Смотри, она... клубом идет, он уже до первых долетел, да, низкий. Да, есть такое. Обалдеть. Красиво. Ну и главное, как вот солнце. То есть вот. Слушай, смотри, как она надвигается, обалдеть. Ну, застала нас метель. Все, контуров не видно, солнце пропадает. Да, и все. Снег. Это зима уходит. Мы сегодня будем проводить зиму, глухозимье. Нет, ну, феномен прикольный, феномен прикольный. Прям на границе вот такого яркого, яркого. Смотри, какое яркое солнце. Вообще класс. Да, ребят. Увидели красоту, необычность природы. Да, вот сейчас скроется. Да. Вот этим снежным. Не закрывай, смотри на солнце. Вот, если вот мы не знаем озеро, мы бы с тобой заблудились, мы бы не выехали отсюда. Все. Вот, ничего не видно. Вообще, низги. Куда ехать, чего ехать, где был лес. Вот снегоход. Вот да, ты. Все. Поселище. Необычное явление, конечно. Да, завтра вот снег с дождем. Ну что, оно так и будет сейчас светить, тут не сильно. Ну вот, смотрите, оно так же быстро, эта вся снежная канитель уходит. Интересный феномен понаблюдали. Снежные тучи. То есть это как вот летом ливень, вдруг откуда ни возьмись, так вот зимой и снежный ливень пролетел. И вот все становится... ясно, чисто, открыто. И все понятно. И все понятно, куда ехать, чего идти, куда идти. Ну, конечно, не испугались ни капельки. Да, Анечка? Да.